Всем привет! Давайте рассмотрим такую программу Decision Doll. Это для помощи художникам, вот эта программка. Вот есть вот такой вот шаблон. Можно шаблоны скачивать, детей, там, мужской пол, женский пол. Как это все работает здесь? Ну, в принципе, все просто. Вот есть модель, вот есть тут функции. Вот такие вот есть. И что это делает? Вот она, вы видите, как мягко, классно работает рука. Вот, мы можем ставить ее вот так вот в позу. Вы видите, как классно ведет себя модель. Как будто анимация. Такого в ZBrush, конечно, нет. Вот такого мягкого перехода. Вот. Также можно водить телом, можно водить головой и добавлять сюда фигуры другие. Мужские, допустим, делать, как будто она обнимает. Допустим, можно делать кубы. Вот этот куб для чего нужен. Это вот ее можно посадить на этот куб. Вот так. Он у меня куда-то улетел. Вот можно менять цветовые формы модели. Опять же, тут есть настройки. Вот можно сделать такую форму. Вот и с ней можно работать вот уже так вот. Можно загружать свои формы 3D модели, если вы делаете. Но у меня версия просто ознакомительная. Показать вам хотел, как все это работает. Вот это приближение. Это вот у нас площадка. Вот белый тон. Вот это онлайн можно делать. Камера. Опять же, что можно еще делать? Давайте человека отключим. Закроем вот эту. Интерфейс очень понятен. Вот это все вот так вот работает. Вот можно вот так ее шевелить. Можно вот так. Ну, в принципе, разберетесь. Вот как в блендере анимация каркас. Вы видите. Вот. Есть на ней полигоны, я не знаю, как рассмотреть, но вот так только что. Вот у нее полигоны. Затем можно выбирать голову, можно выбирать грудь, торс. Можно вот так вообще поставить. Ух, какая девчина, вот это да. И теперь можно вот руководить пальцами руки. Вот можно ее раздвигать. Вот так вот регулировать палец. Левая рука, правая вот здесь. Можно сохранять. Допустим, сохраняет он вот, вот такую вот модель. Вот. Разные есть уже готовые. Выбирайте. И то же самое по ногам. Вот можно вот так шевелить. Кстати, очень все мягенько работает. Если бы в ZBrush добавить вот эту вот возможность создавать вот так анимацию для модели, было бы вообще шикарно. В принципе, что тут? Новый документ. Открыть документ. Сохранить как? Экспорт 3D модели. Вот. У меня стоит триал-версия, я не могу это сделать. Здесь стоит камера, можно вот смотреть, как вы что делали, где, с какой частью работали. Вот
процессе всего действа. Помощь, тул, камера, в принципе, ничего такого сложного. Повторюсь, вот это вот для того, чтобы, когда вы рисуете, можно было поставить модель так, как вам надо, допустим, и просто ее срисовывать вот так вот боком, или там парную фигуру, и просто рисовать, срисовывать. Там, допустим, танцор диско, вот так вот, опа, на, вот давай. Все, смотрите, прикольная программа. До свидания.